Привет, ребят, вы на канале Рыбакит. Вечер добрый, Хэллоуин продолжается. Мы рисуем Гарри Поттера. Гарри Поттера вот такими цветными карандашами фирмы Гамма, 12 цветов, треугольный, удобно держать. Берем сразу серый цвет или коричневый. Давайте возьмем коричневый. Много так коричневых, даже не могу выбрать, какой брать, чтобы красиво получилось. Гарри Поттер у меня будет лететь на метле. У него будет вот такая голова. Ну, такой головастый парень был в начале, да, такая вот голова. У него будет голову рисуем, и у него одежда. Одежда уже Гриффиндора будет. Он уже оделся такой и ловит свой снич, да, сничер, или как он назывался, что-то такое. Такой стоит и пытается поймать ее. Руку протянул, руку я так делаю, вау, здесь другая рука. Первая, вторая, надо считать, чтобы рук было не слишком много, получилось. Теперь рисуем ему ножку, одну ножку, и он так стоит. Сейчас я тебе покажу, на чем он стоит. И здесь вторую ножку. Вау, вторая ножка. Вот так получается. И здесь такие руки. Бим-бим-бим-бим. А здесь так, как он ловит, так держит. Раз, 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 вот так. А здесь самый сничер, вот так вот. Вот он здесь такой большой. Ну, он на самом деле маленький, с крылышками, но мы его тоже нарисуем. Здорово. Основу мы нарисовали. Уже если ты рисуешь так, то ты не ошибешься, у тебя получится здорово. Конечно же, он стоит на метле. Метла у него Nimbus 4000... Нет, 2000 или 3000, не помню сейчас с этими годами. Метла здоровская, вот так вот она одета, причесанная, метла готова. Нарисуем, что волосы, волосы у нее коричневые, но мы пока все рисуем коричневым рисунок, вот такой немножко лохматый парень, не подстригается. Да, вот так вот, раз, 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 носик, носик, такой вау, и глазки здесь такие вот, глазки у него вот так вот он тянется, и здесь глазки будут. Глазки мы нарисуем темным уже, так? Вот примерно так мы рисуем. Примерно. Это наш набросок. А, да, 2000. Ну, я шучу, конечно, я же помню, ребят. Как можно забыть, какой у него, какая у него 2000 или 2001, да, там сколько было. Давайте теперь раскрашиваем. Давайте начнем с красного. У меня яркий красный, я хочу взять яркий красный. Есть разные красные, темные, зеленые, там... разные. Я возьму насыщенно такой бордовый, красный, чтобы хорошо было видно его сразу, чтобы он яркий рисунок был. После этого мы еще обведем все черненьким, и будет совсем классный рисунок. Раскрашиваем. Я знаю, карандаши у всех есть, из-за этого, наверное, меня попросили продолжать карандашами рисовать. Хотя фломастеры, конечно, сочно, но скажу по правде, фломастерами лучше рисовать взрослым ребятам, которые постарше. Все-таки это рисование сложное. Карандаши самое простое и вот просто рисовать карандашами просто и полезно. Фломастеры все-таки рисунок постарше. Нарисовали сразу ротиком вот такой. Все, красный закончил. Теперь берем коричневый. Надел самый лучший коричневый. Сейчас я вот такой возьму. Такой надеюсь, что он хороший. Ой, хороший коричневый. Такой, мне кажется, и были у него волосы у Гарри Поттера. Такие коричневые, каштановые, что ли. Такие каштаново. И я рисую. Он такой немножко лохматый. Лохматушка. Ага, вот такой вот. У него бровки же этим коричневым. Здесь еще и шрамик нарисуем. И что еще? И носик тоже можно коричневым подвести. И глазки. У него карие, кажется, глазки. Мне казалось, что они карие, хотя я могу ошибаться. Привет. Да, всем привет. Я рисую Гарри Поттера и карандашами. Коричневая метла. Ну, вот она уж точно коричневая. Какие у него кроссовки, я не знаю. Но метла, наверное, не вся коричневая будет, а вот здесь, наверное, светло-коричневая. Это вот. Это светло-коричневый. Красим светло-коричневым. Так, все хорошо видно. Штаны, наверное, джинсы. Я думаю, он в джинсах был. Мне так кажется. Давайте джинсовые штаны ему нарисуем. Он такой демократичный парень. В джинсах будет. В джинсах. Так. Какого цвета дальше одежда? Я знаю, что она красно-коричнево-оранжево-желтая, наверное. Я желтый добавлю. Добавлю еще... Желтый сломался. Сильно я давлю на свои карандаши. Немножко пожалейте карандаши и поменьше давите. Придется заточить. Желтый карандаш самый такой важный, наверное. Он самый светлый и он часто нужен. Так что на него не надо сильно давить. И берем оранжевый. Вот такая вот одежда Гриффиндора. Еще может Пуффендуй. Кажется, зеленый. Нет, Пуффендуй. Я не помню, какого цвета Пуффендуй.
Здорово, здорово. Мне кажется, хорошее дело. А шарф точно. Нет, мне кажется, он не в шарфе. Наверное, он выступал без шарфа, мне кажется. Если еще в шарфе попрыгать, я бы думаю, мне плохо было бы. Давайте кроссовки ему синие сделаем. Думаешь, он прям в шарфе пошел выступать? Мне кажется, нет. Надо как-то, если даже мы рисуем по-детски, но все-таки вести себя по-взрослому. Мы понимаем, что, наверное, он шарф снял когда. А где очки? Самое главное, это, конечно, очки. Ребят, я не забуду очки, но мне хочется нарисовать сначала всего его, а потом черные очки сверху. Согласитесь, если мы настоящие художники, то мы примерно так должны делать. Потому что нам сложно нарисовать все сразу. Все вот раз и сразу. Смотрите, мой Гарри Поттер, он классный и простой. Он получился у меня. Я сейчас даже добавлю в него голубого цвета, и он у меня будет совсем классный. Сейчас я только поточу мой голубой цвет. И вот так буду добавлять. Нежно, нежно добавлять. Мне хочется показать, что он все-таки летит. Гарри Поттер, летающий мальчик, который выжил. Я жду новых фильмов, хотя и не жду новых книг, хотя и фильмов, и книг я не жду, я читаю старые книги, старые фильмы смотрю, я жду, когда мои ребята дорастут и смогут читать Гарри Поттера, потому что они вот сейчас пошли в школу, первый класс, и уже вроде бы почти готовы, все книжки у меня уже есть, я жду не дождусь, когда вместе мы сможем почитать какую-то книжку, например, одну из первых или... какую-то такую вот есть иллюстративное вот это вот издание, где много-много иллюстраций, оно у меня тоже есть. Немножко облаков. Со всех сторон Гарри Поттер летает. Так. Да. Шрам забыли. Нет, шрам мы не забыли. Смотри. Сейчас мы возьмем черный карандаш и доведем нашего Гарри Поттера вот до идеальности. С помощью черного и синего карандаша. Вот у меня есть еще такой темно. Я даже не знаю, какой это цвет. Давайте попробуем. Он такой темно-синий. Темно-синий. Отличный цвет. Чуть-чуть темно-синего. Всегда не помешает. Темно-синий. Для очки. И вот теперь с помощью черного все равно клево получилось. Слушай, конечно, клево. Я думаю, что у тебя получится клево. Рисуй со мной. Вот такие очки. Мы ему рисуем круглые. Так вот. Так, здесь ушки. Теперь-то, вот мы сейчас все это дело подготавливались к рисунку. А теперь черным карандашом мы можем сделать все, что мы хотим. Все-таки мы сейчас такой, я так скажу, что это такой скетчевый рисунок, или можно сказать комиксный рисунок, такой детский. Мы рисуем просто. И вот сейчас черным карандашом я довожу, здесь и шрам можно нарисовать, вот и шрам, и ротик, и обвести его, и вот уже тогда получится у нас что-то более-менее внятное и яркое. Вот такой рисунок мне нравится, ручки у него, метлу показать, что она немножко топорщится, здесь перемотана, здесь... прутья, все по-настоящему, мы все сможем. Добавьте рисунок. Ребят, я добавляю сразу, но я так много работаю, что у меня не так много времени, чтобы моментально это делать. Я стараюсь это делать хотя бы через минут 10, чтобы в хорошем качестве появилось это... Этот рисунок появился в хорошем качестве. Просто сам Инстаграм загружает это не в супер качестве, из-за этого не всегда так красиво видно, что рисовать, как рисовать. Я стараюсь сохранить в лучшем качестве. На Ютубе самое лучшее качество. В Инстаграм я тоже заливаю хорошего качества через несколько минут. Так что я знаю эту проблему и стараюсь ее решить как можно лучше. Еще я хочу синенький взять. Если уже у меня получился такой классный Гарри Поттер, то я хочу его довести до идеала. Напишите. Так, здорово, да, спасибо. Пишите, чтобы мне нарисовать завтра, какая идея для конкурса, потому что конкурс, идеи для конкурса я решаю за одну минуту до того, как его начать. Примерно так я начинаю конкурс и думаю, что же мне нарисовать. Хорошо, попить чаю, точно, нарисую чай. Или леплю чай. Так что
Обычно я рисую вот такие простые рисунки и придумываю простые конкурсы. Конкурсы я буду продолжать каждый будний день. Завтра конкурса не будет, потому что завтра выходной, и я буду работать. А послезавтра будет воскресенье. Я буду отдыхать, надеюсь. А вот потом у меня будет время, и я нарисую еще один Гарри Поттера. Может, еще и 10 Гарри Поттеров. Карандаши мне очень нравятся. Прям можно и для взрослых, и для детей, и для профессионалов порисовать. Есть как и что порисовать. Так, нарисуйте Дамблдора. Дамблдора. Ну, у меня, может быть, будет какой-то отдельный марафон по Гарри Поттеру. Но сейчас мне Гарри Поттер понравился тем, что он, во-первых, для малышей, для мальчиков, для более таких парней взрослых и активных, которых я хочу привлечь порисовать со мной вместе. А во-вторых, я сегодня рисовал Китти для ребят, для девчонок, а теперь для мальчишек. Я хотел тоже это сделать. Не всегда такое получается, но вот сегодня у меня было 5 минут лишних порисовать. Спасибо, что пришли. Я сейчас буду заканчивать. Мой Гарри Поттер почти готов. Вот такой примерно я вижу Гарри Поттер. Он такой веселый парень, который хватает Снитчер и пытается выжить вообще в этой сложной ситуации, в которой он оказался. Спасибо, что вы были со мной сегодня вечером. Приходите в понедельник. Не оставляйте меня одного. Мне будет скучно без вас. И обязательно пишите, и ваши рисунки меня радуют. Обязательно рисуйте со мной. Завтра будут выходить другие рисунки, которые я рисую каждый день. На канале Рыбакит выходят рисунки каждый день. И без конкурсов, и с конкурсами. Так что всем хороших выходных. Немножко снизу деревьев нарисовать, каких-то елочек. Да, елочек каких-то, может быть, еще чего-то такое кругленькое. И вот он, бедный, ловит свой Снитчер, а поймать не может. Но в конце концов, я знаю, что все хорошо закончилось. И мне, в общем, эта книга нравится. Все. Да, хороших выходных, спасибо всем. Да. Пока-пока, ребят.